На стыке улиц Хабаровска и Промышленная вечером субботы в ДТП с участием трех машин едва не пострадали пешеходы. Люди успели отбежать в сторону, когда на них вынесла одну из иномарок. Спровоцировал аварию шофер Ниссана АД, который ехал по Промышленной со стороны Карла Маркса и пытался развернуться на перекрестке. При выполнении этого маневра мужчина не уступил дорогу встречному микроавтобусу, владелец которого двигался прямо со стороны Восточного шоссе. Сбитый с курса Таунайс уткнулся в Тойоту Надю, хозяйка которой готовилась выехать с прилегающей территории и ждала зеленого света. Вот как это выглядело с ее места. Женщина собиралась на юбилей к подруге и заехала на базу, чтобы купить букет цветов. Сделав это, автомобилистка направилась к выезду и остановилась у ворот. Она пропустила пешеходов, которые чуть не оказались между молотом и наковальней. АД начинает поворот, врезается в микроавтобус, люди разбегаются кто куда. Пешеходов спасла только отменная реакция. Замешкайся кто-нибудь из них хотя бы на секунду, это ДТП вошло бы в сводку как повлекшее жертвы. Водители столкнувшихся машин травм не получили и немедленно поспорили, кто виноват. Водитель АД немедленно обвинил шофера Таунайса в проезде на красный свет. Тот с негодованием заявил, что ехал на зеленый и расценивал слова оппонента как попытку свалить с себя вину. Качество записи регистратора не позволило рассмотреть, какой сигнал светофора горел в момент столкновения. Однако полицейские обратили внимание, что после удара другие машины продолжают движение по Промышленной. Но и после этого сидевший за рулем универсала продолжил спорить. Куча машин едет после того, как ДТП случилось. Мы были красные, я остановил там. Лучше смотреть надо. Я смотрел, хорошо я смотрел, ага. Виновником столкновения инспекторы ДПС назвали шофера Ниссана АД. При повороте налево или развороте он должен был уступить дорогу встречной машине. Для шофера Таунайса авария стала проблемой. На микроавтобусе он собирался работать. Мужчина капитально отремонтировал машину и только пригнал ее в город. С места происшествия Константин Ковешников, Ольга Кошелева и Леонид Булдыгеров.